Всем доброго здоровочка. У нас во дворе растет вот такой вот абрикос. Он отцвел уже и появляются листочки. Но у этого абрикоса есть одна проблема. Его обрезкой никто не занимался. Вот такой вот острый угол между ветками. И это привело к тому, что появилась трещина. Сейчас, когда появятся листья, площадь дерева увеличится. И при порывах ветра вот эта ветка левая очень сильно шатается. И вот здесь трещина пошла дальше, и абрикос может разломиться. Поэтому я принял решение спасти его. Есть некоторые идеи, буду делать и снимать. Я снимаю утром, а вечером буду спасать наш абрикос, потому что он родит очень вкусные плоды, сладкие, большие. Поэтому, ну, как бы я не знаю, кто посадил это дерево, но я ем плоды, поэтому мой долг попытаться спасти это дерево. Утро второго дня. К сожалению, вчера не смог снимать процесс и процедуру спасения абрикоса, но решил на второй день снять. Там ничего сложного как бы мы не делали. Почему я говорю мы? Потому что когда я начинал работу, ко мне подошел сосед и предложил свою помощь. Николай Иванович, спасибо. Вот сейчас я вам покажу, что мы сделали за сутки, пока я снимал первую часть видео. Абрикос все больше распустился, больше стало листочков. Весна все-таки. А сделали мы очень все просто. Сделали, как говорится, стяжку. То есть стянули проволокой. Вот проволока. Стянули сначала левую ветку с правой. Вот эта стяжка. Вот она. А потом вот эту левую крайнюю ветку стянули с вот этой правой крайней ветки. И получилось, что вот эти две ветки стягиваются между собой, а потом эти стягиваются между собой. И получается такой вот баланс. Дерево туда уже не упадет. Чтобы не ранить дерево, я пошел в подвал. У нас там лежал старый какой-то пожарный рукав. Вырезал вот такой вот один манжет. Потом туда подложил кусок жести. И наверх еще один манжет, чтобы проволока не соскальзывала с жести. И получился такой вот хомут. Дерево абсолютно не травмируется, может свободно расти спокойно. Ну, там оно будет увеличиваться в размерах, и поэтому там через года 2-3, возможно, придется конструкцию разобрать и по новой все сделать. Ну, это как бы ничего страшного, все это сделается, даст Бог здоровья, так сказать. Вот такая вот нехитрая конструкция. Думаю, дерево будет благодарно. Тем более, что вот уже вот веточки, а на веточках вот растут. Вот приближу уже абрикосы. То есть дерево нужно обрезать, кстати, очень сильно обрезать. Оно не ухожено, но это уже, как я говорил, на следующую весну. Вот такое вот хорошее дело вчера сделали. Спасибо, что смотрели. Оберегайте фруктовые деревья, следите за ними, и они вас отблагодарят вкусными плодами. Увидимся, пока, мира всем!